У Мазучука контракт заканчивался зимой. У Якубова контракт заканчивался летом. Вот. И первая задача перед клубом стояла сохранить лидеров. И мы добились этой задачи. Мы продлили долгосрочные контракты с ними. Вот. Но в связи с тем, что чемпионат во второй лиге в группе А неполноценный из-за снятия команд, мы не можем этим ребятам дать той игровой практики, которая им нужна. Потому что они все-таки чуть-чуть выше уровня, и они нам еще очень много помогут. Поэтому было принято мной решение о том, что их отдать в аренду в первую лигу, вот, чтобы ребята имели хорошую игровую практику. И потом, когда перед клубом будут стоять высокие задачи, эти ребята смогут эти задачи помочь нам исполнить.